командование японской императорской армии предлагает заключить перемирие как подготовку к эвакуации наших войск. Действия обоих сторон прекращаются. Особенно партизаны не разрушают нашу телеграфу. Хорошо. Я сообщу об этих условиях своему командованию. Но пока мы имеем подписать это предварительное согласие. Пожалуйста. Видите ли, я привык подписывать документы, текст которых мне понятен. Конечно, конечно. Я буду переводить и вам. Зачем же? Я предпочитаю вызвать своего переводчика. Хорошо. Хотите откровенный разговор о двух мужчинах? Вы забыли наши уроки. Могу напоминать. Мукден, Порт-Артур. Мы помним Ицусиму. А вот вы забыли, что тогда вы имели дело с царской армией, а теперь вы встречаете весь вооруженный народ. И там, и тут солдаты с ружьем. Не вижу. Почему разница? Увидите. Теперь русскому народу есть что защищать. И все население страны встанет живой стеной. И что же, пожалуйста, война есть война. Берегитесь. Кто сеет ветер, пожнет бурю. И буря может пройти уже по вашей японской земле. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, мы в Японии говорим, Россия — страна России.